Всем привет! Мы продолжаем говорить о новом проекте JobPlanet. И сегодня мы рассмотрим, как правильно зарегистрироваться в данном проекте. Обязательно берем реферальную ссылку, ставим ее в окно в адресную строку браузера, переходим по ней, попадаем вот на такую страницу и находим кнопку «Регистрация». Далее попадаем на страницу, где нужно ввести свои регистрационные данные. Значит, первое – это логин, прописываем свой логин, email рабочий, придумываем пароль и повторяем пароль. Дальше вводим ниже капчу, смотрим, кто ваш пригласил. Здесь будет указан логин того человека, внимательно проверяйте. Если тут не указан не тот логин, который вам нужен, обязательно почистите историю и заново пройдите по реферальной ссылке. И нажимаем «Отправить». После вам придет сообщение, где будет написано, что вы удачно зарегистрировались, и уже вы можете зайти в свой аккаунт. Нажимаем «Вход», вводим логин, пароль, прописываем капчу и нажимаем «Отправить». Самое главное, после регистрации зайдите на свой email и проверьте, чтобы вам пришло письмо. Возможно, вам нужно будет активироваться. На этом все. Это было видео по регистрации в проекте JobPlanet. Обязательно подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки и следите за выходом новых видеообзоров.